Здравствуйте, я Толхбаева Марал Бахткановна, преподаватель кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий. Тема урока LM335 – аналоговый датчик температуры. Цель практической работы – ознакомление с принципом работы аналогового датчика температуры, необходимые компоненты – микроконтроллер Arduino Uno, макетная плата, датчик температуры, резисторы номиналом 220 Ом и 2 кОм, светодиоды, провода. LM335 – это недорогой температурный чувствительный элемент с диапазоном от минус 40 Цельсия градусов до плюс 100 Цельсия градусов и точностью в 1 градус. По принципу действия датчик LM335 представляет собой стабилитрон, у которого напряжение стабилизации зависит от температуры. При повышении температуры на 1 градус Кельвина напряжение стабилизации увеличивается на 10 мВ. Для измерения температуры используются два вывода. Третий нужен для калибровки датчика. В качестве примера использования датчика LM335 создадим индикатор температуры окружающей среды на светодиодном индикаторе. Нам необходимо получить значение с аналогового входа А0, подключение датчика LM335, перевести в значение в вольтах, исходя из значения опорного напряжения плюс 5 вольт. Определим комфортное значение температуры в интервале минимум и максимум от 20 до 30 градусов Цельсия. При попадании значения в этот интервал горит зеленый светодиод, при пониженном значении синий, при повышенном красный. Для проверки выводим значение температуры в монитор последовательного порта Arduino IDE. Так, теперь давайте рассмотрим схему уже собранного проекта на макетной плате. Используем, да, в данном случае температуру датчика с тремя выводами. Сигнальный вывод подключили к пину, аналоговому пину А0 микроконтроллера Arduino. Плюс контакт соединились с 5 вольт микроконтроллера Arduino, минус подтянули к земле макетной платой. В качестве индикатора используем 3 светодиода. Синий, если температура ниже представленного диапазона, горит. Если температура выше представленного диапазона, горит красный светодиод. Если температура в диапазоне от 20 до 30 градусов, горит желтый светодиод. С помощью резисторов номиналом 220 Ом подтянули к земле и подключили к GND микроконтроллера Arduino. Теперь давайте рассмотрим программу. LM335 – это переменная для подключения аналогового пина. Определили нижний и верхний порог 20 и 30 градусов. Конфигурируем светодиоды как output и используем Serial Begin для использования монитора последовательного порта. В переменную вал читаем данные аналогового датчика температуры. Следующая строчка переводит данные в выражении Цельсия градусов. Для этого делим на 1024 и умножаем на 5. Таким образом мы получаем вольты. Умножаем на 100, получаем градусы в Цельсиях. Теперь с помощью операторов Serial Print, Serial Print LN полученные значения выводим на экран, где мы можем наблюдать текущие значения. Этот блок отвечает за светодиодный индикатор. Если температура ниже 20 градусов, то горит синий светодиод. Если температура выше 30 градусов, то горит красный светодиод. Если температура в диапазоне от 20 до 30 градусов, что является по программе благоприятной, то горит зеленый, в данном случае у нас желтый светодиод. Теперь давайте посмотрим работу уже самого проекта. Как вы видите, у нас горит желтый светодиод, то есть благоприятная погода, температура. Теперь давайте посмотрим в мониторе последовательного порта
текущие значения температуры. Температура нам показывает 21 градусов Цельсия. Спасибо за внимание. До свидания.